всем привет! Новый день, новое приключение. На этот раз мы отправляемся в штат Огайо, город Дублин, где мы будем показывать очередное наше шоу на мероприятии, посвященное компании Honda. Оставайтесь с нами, и мы вам покажем, как это примерно выглядело. Нам ехать 560 миль. Я думаю, мы осилим за 8-9 часов без напряга. Так что show must go on. Больше, так как на противоположной стороне огромная пробка с дальнобоями, так что мы заедем гораздо быстрее, чем они. Бензин, конечно, в штате Огайо нас не радует, но мы нашли заправочку, на которой цена вообще отличная, 2,78 за галлон бензина. Супер! На Dodge по цене 2,78 нам обошелся $66, и это нам хватит проехать около 500 миль.
Вот мы и добрались до Бруклина, и что самое интересное, наш спидометр показывает 666 миль. Такие цифры не часто встретишь. Press the thumbs up button if you enjoyed our video. Definitely subscribe and turn on your notifications not to miss any of our videos. Check out some of our new videos and thanks for watching.